Тема нашего доклада – оценка континенции пациентов после лапароскопической и открытой простатэктомии с различными вариантами суспензии и без восстановления парапростатических фасциальных структур малого таза. Всем известна проблема инконтиненции пациентов после простатэктомии в связи с наработками многих хирургов всего мира. Предлагаются различные варианты восстановления фасциальных структур малого таза с целью стабилизации уретровизикального анастомоза для профилактики инконтиненции. Нами также был предложен способ формирования задней суспензии с целью профилактики инконтиненции. Мы провели исследование, проанализировали результаты лечения 200 больных раком предстательной железы, получавших различные варианты хирургического лечения. Целью исследования являлось оценить континенцию пациентов после открытой и лапароскопической простатэктомии без суспензии, а также с выполнением различных вариантов восстановления парапростатических фасциальных структур. Дизайн исследования. Две группы больных. Первая группа – открытые простатэктомии, 100 пациентов. Вторая группа – лапароскопические простатэктомии, также 100 пациентов. Из них 26 пациентов прооперированы экстраперитонеоскопически и 74 пациента прооперированы трансперитонеоскопически. Далее – динамический контроль, сравнительный анализ полученных результатов. В группе открытых операций 29 пациентов было выполнено восстановление фасциальных структур малого таза по нашей методике, 71 пациент прооперирован без восстановления фасциальных структур. В группе лапароскопических операций 13 пациентам выполнена всем известная методика Рока-Стич, 4 пациентам выполнена Тевари, 1 пациенту выполнена передняя суспензия с восстановлением пубопростатических связок, 29 пациентам выполнена задняя и передняя суспензия, это Рока плюс пубопростатические связки, 1 пациенту выполнено восстановление фасции Денвилье по нашей методике, и 52 пациента были прооперированы без восстановления фасциальных структур. Возраст больных в группе открытых операций составил 62,8, в группе лапароскопических операций 63,9. На момент выписки из стационара и на контрольном визите через 3 месяца после операции проводилась оценка континенции. Континентными считались те пациенты, которые не используют абсорбирующие белья или же используют одну страховочную прокладку в сутки. В результате мы получили на момент выписки более чем на 50% лучше континенцию пациентов тем, которым выполнялся какой-либо вариант восстановления фасциальных структур, независимо от типа операции, то есть и при открытых и лапароскопических операциях. То есть в среднем 20% и открытых и лапароскопических операций, после этих операций пациенты были континентны без суспензии, а суспензия была порядка 43-45%. Далее, через 3 месяца мы тоже отметили, что в группе пациентов с восстановлением фасциальных структур малого таза континенция была лучше. И в среднем это, получили мы такие цифры: 62 против 77 и 78%. В заключение, в обеих группах континенция пациентов была сопоставима как на момент выписки, так и на контроле через 3 месяца. Однако лучшая континенция была достигнута у мужчин, которым выполнялся какой-либо вариант суспензии, как при позиционной простатэктомии, так и при лапароскопической. Благодарю за внимание.